сегодня у нас плотник в нашем храме. Сондықтан құрметті қайта, бүгінгі тойымызға келген алыстан келген қонақтарымыз бар. Ол бүгінгі жанидің ата бабалары, яғни оның нағашылары. Это прекрасное место. Жамбылдық облыс меркеге ту болса құлақтау. Және де құрметті қайта, мынау бүгінгі самый прекрасный, самый красивый город Алматы и алматинцы, не слышала? Вы все знаете, 17 августа 1985 году была свадьба Нурлан Илязар. 85-й год. Была свадьба и мамы, и папы Ильдара. Днем, когда приезжали выкупать маму, то есть Илязар, по адресу Жамбула, угол Пролетарская, был интересный случай. Какой? Правильно, вот так шагам с Гелегас. С Гелегас, вот так, а? Да, Гелегас. Фирма Monami, сертификат косметика, ароматы, подарки. За счастье, Monami, у нас все. Мы просим вас на середину. Это был Ильяс. Кто? Для жены там на 8 марта можно подарить. Пошли тогда. И еще один вопрос родственникам Ильдара. Ильдар Тусхандарна. Правильно, Келлис Вака, Келлис. До 40 дней, потому что Ильдар не было имени, пока дедушка не назвал. Его называли как? Аплодисменты, как он относится. Анимация коррупции, чем город свой достат. Мы взяли семейные даты, день рождения, номер машины, день свадьбы. И кому что попадет, тот и выиграет. Фельд в студию. Фельд синего цвета, фильм «Мозер». Жакей у нас родился 23 апреля. Номер 23, уважаемые дамы и господа, выигрывает фильм «Мозер». Жир Матыш. Охрен на ваша воспитанец. Патрос. Фельд, патрос. Это кружка, которая будет стоять в ланкрузере. Кружка. 16 ноября 2013 год. Это день свадьбы мамы и папы Жанни. 16 номер. Вот молодой номер, Аманька, где? Жанни, мы с тобой нашла, не слышно вас. Чемпионат мира по футболу. Все команды друг другу поиграли. В команде в финале встречаются две команды. Сборная Казахстана и сборная Бразилии. Дополнительное время БТ. Последние 4 секунды. За последние 4 секунды с 11-метровой худой волоса капитан команды Бейсебаев Жанни Ильдарова забьет гол. Тогда Казахстан чемпион. Болельщики готовы? Итак, сборная Казахстана, сборная Бразилии, последние 4 секунды.
Раздана, арома зарослосу, терпей. Давайте будем сюда мечтать, ведь лишь ты просто не джигли. Сон там, куда голоса плавиются, жалеемся, азамат посун, вот спорт посун, голод посун, номер один посун. Аплодисменты нашему жале. Супер-мега-звезда Азии Юлдуз Усманова. Аплодисменты. Прекрасный от фирмы «Меломан» — это вам аплодисменты.